Животных в алматинском зоопарке пытались отравить крысиным ядом. Об этом рассказал директор учреждения Канат Каримов. Инцидент произошел 27 марта. Из-за большого количества посетителей поймать вредителя не удалось. Сейчас служба охраны пытается вычислить злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Как рассказывают работники зверинца, им постоянно приходится контролировать миски животных. Например, в прошлом году один из посетителей подкинул в корм булавку. Тогда злоумышленника задержали. Мы просим наших посетителей, гостей не кормить наших животных, потому что существует определенный рацион питания, режим питания. И сотрудники службы безопасности на входе в алматинский зоопарк заставляют или просят оставлять пакеты